Я служил Шредеру всю свою жизнь. Я был ему самым верным солдатом. Но недавно я подвел его. Слишком много было упущено по моей вине. Но сегодня хозяин дал мне последний шанс искупить вину. И он знает, я с радостью умру за него. Ну, может, без радости. Черепашки-ниндзя с нами! Черепашки-ниндзя! Раз, два, три, четыре! Ниндзя! Это новый бой! Ниндзя! Он за нас с тобой! Ниндзя! Кто же враг, кто друг? Ниндзя! Они сильнее всех вокруг! Черепашки-ниндзя! Единоборство и подвластны! Для врагов они смертельно опасны! Три! Будут с нами каждый день и час! Четыре! Спасая мир, они спасают! Снова с нами, снова с нами, снова с нами. Черепашки ниндзя с нами. Черепашки здесь. Раз, два, три, четыре. Ниндзя. И не ведом страх. Ниндзя. Пустый пеший враг. По законам чести. Ниндзя. Братья слова в лес. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Черепашки ниндзя с нами. Полный истории. Тревога первой степени. Обнаружен прорыв в системе защиты. Интересный капкан. Вообще-то... Вот это капкан. Еще один образец передовой технологии наших внеземных гостей. Режет все. Для него твой катана — нож для масла. Что это? Кем бы вы ни были, это закрытый канал. Мистер Орокусаки, меня зовут Бишоп. Думаю, вы узнали мою гостью. Карай. В обмен на жизнь вашей оперативницы я требую все технологии из вашей коллекции. Я понятия не имею, о чем вы. Прошу вас. Знание — мой бизнес, мистер Саки, и я знаю все о вас. Бишоп, вы ничего не знаете. Поверьте, мистер. Я знаю, что вы представитель некой древней японской традиции. Я знаю, что вы пустили свое нечестно нажитое состояние на финансирование восстановления Нью-Йорк-Сити с целью завладеть внеземными технологиями. Я знаю, что вы послали эту милую воительницу, вашу приемную дочь, именно так, украсть внеземной микрочип у правительства. И я знаю, что если вы не передадите мне все собранное вами оборудование пришельцев через 45 минут... Ваша отважная родственница будет разрезана на тончайшие ломтики на зависть любому шеф-повару. 44 минуты. Время идет. Посмотри на себя. Ты, как жалкий пес. Гнешь спину, будто покорный пленник.
Ты сделаешь все, чтобы угодить Шрёдеру. Это мерзко. Ты жалок. Сэр, я как раз говорил, как полезен физический труд. Он нас исцеляет. Я буду говорить с Ханом. Да-да, я вернусь к работе. Хозяин, молчи, Хан. Я не желаю слушать мольбы. Ты подводил меня слишком часто, но все же ты был верен мне вопреки всему. Я решил дать тебе последний шанс оправдаться. Хозяин, я не подведу, клянусь вам. Караи взяли в плен. Ты должен найти ее и вернуть мне живой. Есть проблемы? Нет. Нет, хозяин. У нас есть данные о последнем местонахождении Караи. Доктор Чаплин передаст тебе особые приборы. И помни, Хан, твоя жизнь зависит от ее жизни. Как будет жаль, если что-то помешает Хану спасти Караи. Они думают, что удержат меня этим идиотским шлангом. А, так, установим связь и найдем, где в последний раз была любимица Шрёдера Караи. Заброшенный склад в Бруклине. Так, передача на самых известных частотах, чтобы наши старые друзья его там встретили. Это Хан, я уже выехал за оборудованием. Что такое? Когда я добуду эту технологию, и мы отдадим ее гениальному доктору Бакстеру, Стокману, мы сможем выследить черепаху и их учителя. Им некуда будет бежать. Я направляюсь на склад 51 в Бруклин и заберу все. Отбой! Может быть, ловушка. Может быть. Но надо проверить. Если это правда, мы его остановим. В эту минуту черепахи уже едут на поиски. Они так жалки и непредсказуемы. А я гений! По словам хозяина, это должно быть здесь. Нет входа и нет выхода. Не проблема. Тук-тук. Что-то мне подсказывает, это здесь. Я не ждал ответа так скоро. Господа, нам надо успеть на поезд. Привет, Хан. Ты хотел суметь отследить нас? Но мы сами прибыли. У меня нет времени на вас. Как грубо. Поехали. Есть, сэр. Черт! Найди время! Проклятие! О нет, моя тачка! Тебе так просто не уйти, Бишоп! Эх.
Хе-хе, похоже, эти черепахи не так уж и бесполезны. У меня контузия на контузии. Нет! Нет, он украл мой байк! Вперед! Хан спер мой байк! И он надел твой шлем, Раф! Ужас! Простите, хозяин Саки, я установил коммуникации охранной системы, как вы просили, и обнаружил странную аномалию. Аномалию? Покажи мне эту аномалию. Это Хан. Я уже выехал за оборудованием. Стокман. Капитан, у нас нападение на базу Гамма. Я прошу полное прикрытие. Поднимайте птичку. Есть, сэр. А, черт! Иногда я сам себе так нравлюсь. Эй! О нет! Нет! Мой мотоцикл! Я! Тише, Рафаэль! Мы пойдем вместе. Бишоп, я знаю, ты здесь. Бишоп! Что за... Это тебя за мой байк! Отвали, черепаха! Ты тут ни при чем! А это за аварию! Я сказал, отвали с дороги, урод! У меня времени нет! Для того, кто так отчаянно искал нас, он слишком явно нас игнорирует. Хан и правда занят чем-то другим. Может. Но чем? Караи, я не знаю, сколько раз я мечтал, чтобы ты погибла. Но сейчас моя жизнь зависит от твоего спасения. Я отдам ее тебе, если настаиваешь. Но не такой красивой. Попрощайся. Нет! Что он задумал? Неважно! У него не выйдет! Караи! Биша! Разве я не велел тебе убраться? Давай я объясню понятнее! Ой!
Ладно, тупица. Хочешь поиграть? Играй по-настоящему! Ну и что будем делать? Дадим им побить друг друга! Тебе конец, а милая Карая следующая. Карая в беде, и мы должны вытащить ее оттуда. Лео! Ра, она спасла нас, мы поможем ей. Я должен спасти Карая. Знаешь, Бишоп, ты единственный, кого я не люблю больше, чем Хана. Это о многом говорит. Ты должен мне байк, толстый. Этот поезд просто чудо. Не отвлекайся, Донни. Поразительно. Я еще не видел ничего. Время на исходе, Донателло. Да, прости. Лео, мне нужна помощь. Берегись. Ты должен разбить верхнее кольцо. Давай. Вижу, ты решил размять ножки, детка. Я тоже не против. Вижу, расклад изменился. А я играю наверняка. Пока не ушел, я хочу поблагодарить вас, черепахи. Ваша ДНК с нашей последней встречи продвинули мою работу на 50 лет вперед. Так что, чао. Теперь Карая спасена. Я могу прикончить вас, как бонус для Шреддера. Спасибо. Ну, она поблагодарила. О, я не верю, что потерял свой байк! Думай о хорошем, Раф. Ты потерял свой мотоцикл, зато Донни приобрел новенький поезд. Я его оставлю, Лео. Если придумаешь, как довести его до дома. Мой господин, спасибо, что прислали Хана. Он спас мне жизнь.
Я жив, чтобы служить вам, хозяин. Да, ты жив, пока ты мне служишь. Ты достала микрочип, Караи? Нет, мой господин, но мне удалось его просканировать. Мы сможем сами создать его прототип. Вот зачем меня пригласили сюда. Вы, наконец, осознали ошибку и хотите поручить мне то, в чем я лучше всех? Нет! Доктор Чаплин создаст прототип микрочипа, поэтому я пригласил его. А с тобой я хочу обсудить несанкционированную трансляцию, которую ты вел сегодня. Но я могу все объяснить! Нет! Нет! Создатели истории персонажей Кевин Истмен и Питер Лэрд. Исполнительные продюсеры Гэри Ричардсон и Фредерик Фирст. Продюсер Сара Несбит. Композиторы Ральф Шакет, Расти Эндрюс, Джон Энжье, Марк Бейдинг, Лоу Картелецци, Джоэл Доек, Джон Питерсон, Пит Скатура, Джон Сейглер, Джон Ван Тонгерен и Рассел Веласкес.